Что вы думаете о мечтах? Вы вообще о них думаете? Или глупости все это, не сбываются они, и нужно мыслить более реально? А с атмосферой чуда как? Тоже не очень. А у меня сегодня для вас сплошные сны, чудеса и сюрпризы. И в эфире программа «Молодежный проспект», и я ее ведущая Белка Фролова. И сегодня в выпуске мы узнаем о людях, создающих праздник для тех, кому он действительно нужен. Убедимся, что танцы несут в себе гораздо большее. Познакомимся с человеком, который успевает все. Смотрите нас на Иргу ТВ, Россия-24, Ваша ТВ, на всероссийском портале All Russia TV и на региональном портале 74.ru, YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Переходите по ссылке, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.